Это народ, продолжаем рубить, рвать, метать, да и спасать мир в новеньком, ужасном и в то же время потрясающем Doom 2016 года. В конце прошлой части произошла какая-то фантастическая херота и нас отправила прямиком в ад. И вот мы здесь находимся, прибыли только что, я вот здесь, кстати, дверь уже открыл, без вас, да, не показал вам, как эта дверь открывается, открыл ее, прошел, еще вот здесь была какая-то фигота, типа здесь люди высадились и поставили маяк какой-то и двинулись дальше, сейчас мы должны, наверное, по пути этому пройти. Что ж, отсмотрим, что же здесь такого в аду. Ад вроде похорошел со времен 2003 или 2004 года, когда вышел третий Doom. Ну, естественно, игра прошло-то больше 10 лет, и вот, собственно, мне не терпится узнать, какие страсти будут кипеть в этой главе, поэтому давайте примемся за дело. Что это у нас? Это, ребята, рельсотрон. Пушка Гаусса, здрасте. Ой, я первый раз уже промазал. Да бросьте вы тут. Так, стопэ. Ладно, я не буду тратить на них никакой пушкой Гаусса. Успокойся ты, хрен с горы. Не буду на них тратить. Не та лига, чтобы тратить на это... на этих абсосов такое оружие, да? Так, так, на какую гранату-то здесь кидать? Подождите. Вот так вот. Так. Поиграл в этот, как его, мультиплеер, поэтому сейчас путаюсь. Оу! Ну-ка. А, и вот этого. А подождите, у меня вот здесь были потрошки для горючее, для бензопилы. Все? Где этот хрен? Все. Вот так вот. Успокойся, дятел. Еще будет кто? Злой против меня выходить? Нет. Нехер на меня тут быковать. Хотя как-то. Нет, нехер. Надо. Побольше народу. Итак. Что у нас здесь? Оу. О, какая-то дверь, смотрите. Мы сюда сможем зайти? По-моему, здесь нужен пропуск. Типа, наподобие желтых ключей, как, в принципе, в Думах рассчитана желтая дверь, нужен какой-то желтый ключ. Учитывая, что это ад, здесь должен быть какой-нибудь желтый череп. Где у меня пушка Гаусса? Давайте пушкой Гаусса поработаем. Вот она. О, смотрите, идет дядя. Два... Не умирай, не умирай, я хочу тебя добить. Красиво, вот так. О, еще один такой, клево. Еще тебе надо? А гранаткой не хватит? Вот. Привет. Еще тебе привет. Кто еще на мой рельс? Ох ты. Допрыгался. И тебе привет. Хорошая пушка, мне очень нравится. Так, этого промазал. О, еще промазал. Она же не промахиваемая. Она должна с самонаводкой быть. Ага. Ты хера хочешь, да, хотите сказать? Так, дайте оружие. Ну вот этим давайте побьем. Хе-хе-хе. Все, успокоится всем. А давайте побольше тяжеловесов мне, пожалуйста. Чего этих мелких-то вы мне навыпускали? Каких-нибудь дядей попал, да? Вот. Это другое дело. Вот так тебе. Я думаю, на этом они закончились. Все. Что-то открылось где-то. Достигнута контрольная точка. Да. Следовательно, давайте ползмомет возьмем теперь. Надо им тоже поорудовать.
Так, здесь у нас ничего не подбирается. Музыка-то какая, да? Такая. О, смотрите, что это? Открыть, нажать. О, какая-то хрена-то открылась. У нас здесь желтый череп. Ну, собственно, как я и говорил, да, это пропуск в ту дверь. А у нас здесь есть... Здесь что у нас есть? У нас ничего такого нету, да? Я хочу полазить здесь предварительно, перед тем, как двигаться дальше. Хочу изучить, что тут здесь есть. О, а что там? Ну-ка. Оу, пропасть! Если туда упасть, наверное, будет очень... О, смотрите! Не дотягиваюсь, ну ладно. А туда можно попасть как-то? Ну-ка, сбоку вот здесь пройти. А, понятно. Мы попадем туда, но сначала нужно пройти через желтую дверь. Ладно, пойдемте через желтую дверь пройдем. И вернемся сюда. Тут по-любому, по-любасу вернуться нужно сюда. Даже если не надо будет возвращаться, я все равно вернусь, потому что вот эта штука мне крайне необходима. Ну, собственно, глава еще только начинается. Посмотрим, что он... Ну, логично. Ух ты, круто. А кто вот занимается вот этим, постоянно закрывает вот эти двери, чтобы он не мог никуда попасть? О, смотрите, этот чувак сидит. Дай нам свой этот. Спасибо. Ты очень полезный товарищ. Претарианский жетон. Что это? В первую эпоху. В первой битве. Когда... Так. А. Тени впервые стали длинными. Выстоял один воин. Его опалили угли Армагеддона. Душа его была... Жена пламенем ада, осквернена и не могла уже вознестись. Так что он избрал путь вечного мучения. Ненависть его была так велика, что он не мог обрести покоя и скитался по равнине Умбрал, желая отомстить темным владыкам, причинившим ему столько зла. Он носил корону ночных стражей, и те, кто отведал его меча, нарекли его палачом Рока. Это вот про нашего главного героя он говорит, как я понимаю. Ну-ка, остынь. Будет здесь что-нибудь пострашнее вас? Или такая мини-сцена? Да бросьте вы. Ага. Где эта дрянь? Непонятно. Я ж тебя догоню, суку такую. Вот, иди к своим дятлам. Ой, промазал. И ты отдохни. О, здрасте. О, прям между очком. Очком у него, между ног, в общем, пролетел. А ничего, неплохо так, да? Отдыхай. О-о-о. Вот так, шевелись, плотва, да? И ты отдохни. Где эта дрянь? Не люблю вот эту сучку. А-а-а, вот тебе. Где она? Тварь, ты иди сюда. Все. Все? Это все? Это все, на что вы способны?
Что ж, собственно, солдат Рокко в своем духе всех нагнул, всех наказал, всех отрочил. Так, что у нас здесь есть? Еще патроны. Хорошо, что я прокачал патроны, прям очень мне это нравится, что патронов просто до фени, до этой самой, не кончаются. Просто замечательно. Что-то зелененькое светится, там маяк какой-то. Здесь я был, походу. Нам вон туда, получается. О, здесь как раз, ну да, здесь как раз открылись ворота. Бензопила. Бензопила есть. Писали, кстати, в комментариях, типа я, когда умирал, забыл бензопилу подобрать второй раз. Я же не забыл. Блин, прыгать надо. А! Пойдешь туда, это самое будешь. Туда пойдешь. Блин. А, это, наверное, одна и та же дорога, что туда, что сюда. Э! Чуть не упал. А, вон туда, кстати, смотрите. Туда что-то ведет. Вот эти маяки расставили, молодые люди. Так, здесь закрыт путь. Я хочу наверх подняться. Вы тоже, наверное, хотите подняться со мной наверх. Я более чем в этом уверен. Вот так. Вот. И это у нас красный череп. Вау. А, это портал, помните? А, нет, не помните. Я без вас видел этот портал. Короче, портал в какую-то закрытую комнату. Она в самом начале. Мне кажется так. Ну, просто больше некуда. О, и секретик найденный. Нашли секретик. А этот портал ведет... Сейчас посмотрим, куда. Да, собственно, как я и предполагал. Именно сюда портал ведет. О, синий череп! Ой, а чё вы как тут навалились-то на меня сразу сходу? Подождите, я оказался... Нет, подождите, я не... А, ну, нет, не в том месте, где я думал. Планировал, оказался. Все? Вот здесь сейчас битва не должна быть большая, по идее. Если только там внизу. Нет, не внизу. Я все-таки вернусь назад. Я понимаю, что синий череп, все дела. Проход туда. Так. Да, вот сюда я хочу сходить еще, потому что там мест еще полно неизученного. А, стопэ! Это самое начало. Да? Это самое начало, прикиньте, да? А как я здесь оказался? В самом-то начале. Я понял. Вот этот... Вот здесь я проходил, да. Во, точно, я вот здесь прошел изначально-то. И вот этих не было, чтобы подняться туда за черепом. Поэтому я оказался вот здесь. Теперь все понятно. Да. Со спокойной душой идем куда? Правильно, в синюю дверь. Где она у нас там, синяя дверь-то? Вон там где-то. О, меня тут встречают. Блин. Что-то я плохо против них воюю. Да обстись. О, кто это? Какие-то рожи летающие, да? О, смотрите, появилось. Четырехкратный урон. Где? Рельсу надо четырехкратным уроном юзать. А все, закончился. Блин. Ац. Рельсуля моя, рельса. О, хорошо вот эти от рельсы нагибаются, скоты. Отдохни. Кто-то там вылез еще?
А где он? И еще. Какие твари неблагонадежные. О, прикольно. Почему мне постоянно меняется, у меня оружие меняется постоянно, не понимаю. Либо я нажимаю на какую-то кнопку. Вот почему сейчас сменилось оружие? Ой-ой-ой, да ты злой, да? О, кто-то еще там летает. Успел, хорошо. Ой-ой, жизни нет. Мама, вот здесь соберем. Потрошки вот эти соберем. Где этот хрен? Эй, ты. Ой, здрасте. Все, синяя дверь доступна, да? Очко улучшения доступно мне даже. Круто. Пойдемте в синюю дверь. Открываем. На, вставься. Ну, собственно, как я и предполагал. Именно вот так мы... Так, здесь ничего такого. Берем вот эту штукенцию. Что бы нам сейчас с вами улучшить? Боеприпасов у нас до фени, да? Сейчас нужно улучшать броник или здоровье. Здоровье давайте, наверное. Или броник. Давайте здоровье. По идее, здоровье всегда больше находится, чем броника. А я, кстати, еще могу, наверное, улучшить остальные какие-нибудь позиции. Вот по оружию, к примеру, у меня 9. По вот эту 2 всего. Система снаряжения. Вот здесь 4. Еще больше ускоряет перезарядку снаряжения. Ага. Я не хочу. И сканер мест увеличить. Автокарта показывает предметы в большом большем радиусе. Не хочу. Эффективность усиления. По завершению действия какая-то волна. Я так и не понял, что это такое. Повысить скорость определенных действий. Во. Адепт. Вы быстрее меняете оружие. Супер. Пойдет. Нравится мне эта штуковина. Так, еще что у нас есть сверху, вот оружие улучшить какое-нибудь. Я, испытание. Поразите 4 разных демона за 5 секунд вот этими ракетами, да? Чтобы открыть это дело. Быстрое наведение. Наведение на демонов происходит гораздо быстрее. А что это такое? Самонаведение. Давайте получим. Сокращает время до следующего самонаводящегося залпа. Все, потратил. Будем взрывать сейчас со страшной силой. Кажется, призвались мобасы. О, я открыл это достижение, да? О, теперь можно без конца стрелять, свалять от тебя. Охренеть! Вот это да! Здрасте! Вы к нам зайдете? Ой, я сам к ним зашел. Смотрите, что это такое. Артефакты. Неуязвимость! Иди сюда. На, я тебя сейчас рукопашкой забью. Наш рис, скотина, свое сердце. Вот, все. Оттуда я пришел. А, ну тут жизнь еще можно подобрать, я возьму. Туда нам не надо, в пропасть. Ну, залп ракетный вот этот четверной прям вообще обалденный. Так, нам нужно туда, но для того, чтобы открыть эту дверь, нам нужно что-то сделать здесь. Я, как всегда, логичен, да? Thank you.
Потрошки. Это не от этого, что ли, потрошки? А может, от этого? Куда идти? Далеко идти-то нам, да? Ладно, пойдем. Че стесняться-то? О, летающие рожи. Так, дайте мне рельсу. Можно... Или вот... Вот эту штуку. Музыка обалденная. Просто качает. Вот какой еще игре такое... Такую атмосферу, такой хэви метал, прям вот такой рок. Найдете, ни в какой. О, я какого-то чувачка нашел. Привет, претарианский солдат. Ты ишак задроченный. Не то я выбрал оружие для этого действа. Не то, все, я согласен, сейчас все изменим. Сейчас все поменяем, возьмем рельсу против вот этих упырей. Рельсу. Блин, что, с самого начала, что ли? Да вы издеваетесь? Ну хоть это мне, это, как я... Иди, давай я тебя заставлю сожрать свою эту. Ой, еще один сразу пришел. Там еще один был, да? Ну иди сюда. Я пойду неуязвимость пока возьму. Забыл. Да ё-моё. Иди с папочки. Жри, скотина, свое сердце. Так. Кто там рычит на меня? Ты рычащий ублюдок. Вот эти рожи сейчас напрягать будет, как я не люблю вот эту хероту. Ох, как я люблю вот этих больших. Так, здесь справились. Рельсу дайте мне. Где у меня рельса? Во. Блин. Вот так. Возвращаемся. Тундун, тундун. А этот, интересно, я уже взял, как бы мне засчиталось, нет? Так, претарианский солдат лежит, уже подобранный. О, смотрите, вон туда можно слазить. Только, наверное, зря я это сделал, да? Блин, я туда допрыгну? Хрен я туда допрыгну. Придется заново пролазить. Ну ладно, пролезем заново. Ничего страшного, здесь быстро. Оружие какое подойдет больше для того, чтобы вот здесь лазить? Наверное, вот это все. А! Чуть не упал опять. Все, быстренько поднимаемся и продолжаем нагибать тут в аду все, что мы видим. Так, я правильно пошел? Правильно. О. А, ну да, понятно. Собственно, ЧТД, да? Оружие взял? Не надо. Кто здесь есть? Почему оружие у меня меняется постоянно? Не могу понять этого. Надо в настройках полазить. Там какой-нибудь автосмена. Вот он берет и мне просто меняет оружие. Я даже вот этого не хочу. У меня плазмы пал, но он просто на ходу мне меняет оружие, скотина. Может, он чувствует, что у меня как бы мало этих жизней? Так, на кого здесь бензопилу потратим? Не на кого бензопилу тратить. Больших не появилось.
Отдохни. А вот на него бензопилу и потратим. Еще есть какой-нибудь большой чувак, на которого можно бензопилу? Рельсу давайте мне. Да ё-моё! Да ё-моё! Почему это происходит? Я понял. Когда стреляешь с рельсы в воздухе... Где? Вот это подберу. Сразу оно мне пригодится. Вот идет. Все. Надо урону повысить бы для рельсы. Она должна мощнее стрелять, как бы, да? О, там кто-то шляется еще. Вижу. Я тебя вижу. Я к тебе иду. Привет. Хе-хе-хе. От. Так. Все. Доигрались мы. Всех, по-моему, с вами перебили. Я стану стрельцой. Контрольная точка достигнута. Да. Мы убили всех. Во, там же этот еще есть, смотрите. Броник. Я правильно в направлении иду? По идее, здесь должен быть в конце этого... О, эта штука. О, привет. Мы рельсу с вами будем, наверное, улучшать, да? А ее можно улучшать? Точно я стрелял. Пушка Гаусса. Используйте активатор модификации, чтобы зарядить мощный луч, пробивающий цели насквозь. Передвигаться в осадном режиме нельзя. Точная стрела. Используйте активатор модификации, чтобы прицелиться и зарядить оружие для выстрела, наносящего большой урон. Давайте больше урон. Вот это сделаем. Все. Это хорошо мы сделали. Что-то знакомые места. Мы здесь были? Хрен их знает. Были или не были. Маяк, по идее. А, нам вон туда идти. Любасу. Ну, такой ад не совсем похожий на ад, да? Он больше похож на какие-то древние-древние руины. Во! Вот эти ребята, да, отстреливаются здесь. Вначале вы их не увидели. Я такой жаднюка взял и... вырезал этот момент. Ну, не вырезал, я просто там зафейлился очень сильно. Оказывается, я записывал, а потом бац, выяснилось, что я не записал свой голос. И поэтому мне пришлось заново, но заново... Совсем заново начать не получилось. О! Поэтому вот с того момента немножко вырезали. Итак, ребята, пророчим в конце какого-нибудь большого-большого монстра, с которым будет... Просто обалденная классная драка, да? Я вот пророчу, а вы как? Ну, кто-то из вас знает, потому что кто-то из вас уже прошел, наверное, игру даже. Ой! А, кибердемон? Нет? О, он умер. Так, кто это? Барон Ада, высочайший ранг демонов в Ордене Рыцарей Ада. Они редко покидают преисподнюю, и ни одного барона еще не удалось захватить в плен во время ловчих операций. Именно поэтому у людей практически нет связи о физиологии поведения баронов. Кто сзади меня ударил? Да, ребята, почему они... Напишите кто-нибудь в комментариях, почему у меня пушки меняются сами собой иногда. Я вроде ничего не нажимаю. Возможно, колесико, конечно. О, четырехкратный урон пригодится. Блин, убил, я хотел его добить. Все, что ли? Нет, не может быть. Блин, не получается его добить. Слабенький какой-то. Еще одного давайте мне.
Топора надо. О, ударил по мне, да? Я сейчас его пытаюсь вот так вот метелить только для того, чтобы сделать вот это. Красота. Достижение какое-то дали. Хорошо. Сказали, я молодец. О, плюхи всякие разные интересные. Все возьмем, все нужно. Все, все пригодится. О, тут что-то было? Не было. А, там сверху ворота открылись, интересно. Вот там вот были ворота. Или нет? Так, здесь, по идее, больше ничего нету. Ой, что, я допрыгнуть не могу? О, вот проход здесь сюда, да? А туда проход пока зеленое что-то. Короче, закрыто. Попробуем пройти сюда, ладно. Или я отсюда пришел? Да, я отсюда пришел. Хер там пел, вот так сюда зашел. И что-то нужно добыть сейчас, чтобы вот тот маяк где-то... Зеленую дверь как открыть, ребята? Странно. Непонятно. А, вот сюда надо зайти. Понятно. Или непонятно? Нет, непонятно. Зеленая дверь. Где может открываться зеленая дверь? Вот тут вниз ход есть какой-то. Это где у меня? Где-то вот здесь вниз какой-то ход. О, надо было барона ада запилить бензопилой, да? Попробуем в следующий раз. Если встретим еще раз барона ада, запилим его бензопилой. Нет, не помогло. Что нужно делать, чтобы открыть зеленые ворота? Подойти, может, к ним просто? Да. Всего-то навсего. Кто-то там хочет моей смерти? О, ничего себе. А, заткнись ты, у меня этих патронов знаешь сколько еще? Как кимпирас, да? Давайте. О, ты пришел ко мне? Ты такой этот, милый. А зачем пришел-то? Сдохнуть пришел? Ну ладно, сдыхай, раз пришел за этим. Где здесь проходы? Нигде. Вот. Аккуратненько. Еще аккуратненько. Вот так. Мама, а как обратно? Аккуратно. Обратно, главное, аккуратно. Стопэ. О, смотрите, сидят там во флежуе. Да сдохни ты, скотина. Все. О, все понятно. Сюда. Мама. Сюда. И вот так. Прыгалки какие тут мне устроили. Ну, в принципе, в третьей части тоже прыгалок было полно. Да успокойся ты. Уди, мой хороший, съешь свою эту херню, которая в тебе была. Какие-то ворота открылись. Так, подождите, я пока вернусь назад. Вот тут что-то было. Или не было? Вот смотрите, что это такое? Нет? Я ошибаюсь, да? О, я же говорил, что-то было. Что-то я видел, что-то... О, какая-то... Манккубусы превратили отвратительные особенности своей физиологии в грозное оружие. На каждой руке взрослого манккубуса формируется прочный хитиновый ствол. Из каждого ствола сочатся ядовитые выделения. Манккубус способен выстреливать из их на внушительном расстоянии. Под огромным давлением летучая жидкость воспламеняется и получается весьма эффективный биохимический огнемет. Вот как-то так. Огнеметчики, короче.
такие прям те же самые тяжеловесные солдаты поддержки. Да усни ты раз и навсегда. Ты тоже. Ты смотри, какой назойливый маленький пидорас! Так, мы туда, по-моему, пройдем через вот здесь. Вау. Ага. Послушаем, да? И в битве с черными душами обреченных показал он свою доблесть. Для его крестового похода Серафим даровал ему огромную силу и быстроту. Послушаем. И мощью своей сокрушил он обсидиановые колонны храмов крови. Не зная жалости, обрушился он на чудовище из девяти кругов. Палач Рока, несокрушимый, неумолимый, несгибаемый, решил искоренить царство тьмы. Ну, собственно, это именно в стиле Дума. Хорошо, что они сделали главным героем именно вот палача Рока, вот с такой судьбой. Смотрите, они там друг с другом дерутся. Говноеды. Так, достанем. Меня там не убьют, пока я достаю эту кироту? Или я неуязвимый в этот момент? Кто там на меня охотится? Да ё-моё. Так, здесь больше у нас ничего нет. Хотя, может быть, надо обязательно проверить. Вдруг что? Но здесь нихера нету. Поэтому какое-то затишье, да? Какая-то такая серия. Вроде мы в аду находимся, но не так уж и много событий здесь происходит. Так, несколько волн таких незначительных. О, хорошее это дали. Оружие! Получается, нас впереди ждет что-то довольно-таки мощненькое, да? Если когда дают столько оружия всякого разного. О. Мы легких путей не выбираем, да? Ребята, подождите. Хе-хе-хе. А где побольше-то обезьяны? Сразу убивает, наповал просто. Где самые большие ребята? А все, закончилось. О, кстати, ад уже стал, смотрите, каким красноватым. Прям все творится. Все, в очередь встали. Сейчас будет нагибадово. А ты что лезешь? Ты мелкий. Мне интереснее вот с такими драться. А, закончился он, да? Дайте барона ада. О. Ну, этого можно тоже. Тоже хороший враг. Иди сюда. Съешь свою печень. О, барон идет. Ой, их тут много. Ребята, в очередь, в очередь. Охренеть, а где жизни-то взять? Здесь есть где-нибудь жизнь? Так, надо другое оружие, а то я сам себя сейчас убью. Жизни, походу, нету, но есть вот такое дело. Где эти черти? Сзади. Ой. Серьезное такое испытание. Мама! Надо кого-то забить. Оружие какое-то стрёмное дают, еще вечно меняют мне прям в руках. Да где ты? Да-да, надо убить. А, мало боеприпасов. Ой!
Так всего мало, да почему у меня оружие постоянно меняется, блядь? Где он? О-о-о! Ух, вот это серьезная стычка была. Это, по-моему, самая жесткая стычка за всю игру сейчас была. Прям вот, прям у меня аж это... Очко жим-жим было, блядь. Я думал, сейчас в какой-то момент я проиграю эту схватку. Ну, здесь, по-моему, ничего нет. Вот здесь что-то есть. А, ну это я взял. Вот, мы дошли... Во. Вернуться на Марс. Саркофаг. В этом саркофаге как раз-таки и нашли нашего друга, да? Не друга, а нашего главного персонажа. Ну, что он сделает? Или ничего не сделает? Ну, я жду. Ничего не сделает. Вернуться на Марс. Ну, собственно, вот такая серия про ад. В конце была действительно жестокая стычка, в которой я думал, что сдохну. Ставьте побольше лайков, продолжение уже совсем скоро. Скорее всего, завтра. Не скорее всего, а точно. И всем душевного фана и безумного эпика. Всем пока!